Так, по секрету для избранных, у нас переходим работать от шеи ко всему позвоночнику, да, подготавливая тело человека к непосредственным мануальным воздействиям. И, соответственно, это секретная съемка только для избранных, те, кто получают ее отдельно после прохождения тренинга. В интернете вы ее никогда не найдете, и у нас много таких роликов, которые только для тех, кто присутствует. Сет номер 4. Вот вспоминаете, да, поставили ракетные комплексы в сете номер 3, да, дошли до сюда, сделали железную дорогу со шпалами, с вибрациями, установили ракеты до локтями и возвращаемся обратно, встаем уже от крестца лицом к человеку. Надо было, наверное, боком нарисовать, да? Ну ладно, раз уж так нарисовал. Значит, встали сюда, да, и, нет, сначала не боком, сначала вот мы поставили напротив его центра тяжести, да, свой центр тяжести. И устанавливаем локти. Вот нарисую вот так вот, с кулачками. Здесь и здесь, да. И друг относительно друга продолжаем массивно растирать уже все тело, вплоть до шеи. То есть доходим вот до сюда. Шею ему тоже растираем параллельно, да. Потом тут же мы разводим локти уже мягкой частью, касаясь осистых отростков, и стараемся декомпрессировать все его тело, да, весь позвоночник, упираясь одной косточкой вот прямо вот сюда, в крестец, да, и в бедренные верхние гребни. А второй доводим, ну, максимально, до сколько можем. Если до головы не дошли, то где-то вот здесь примерно остановились, да. После этого, стоя здесь же, да, наш центр тяжести, против его центра тяжести, мы захватываем одной рукой здесь. И сильно вот так вот разворачиваем тазовые кости на себя. Ну, не то чтобы разворачиваем, но тянем на себя. А противоположной рукой стараемся тоже с вращением тянуть вот эти ребра в ту сторону. Так делаем несколько раз. Сюда, сюда, отсюда, потом отсюда. Несколько раз вот расшатывая ему вот эту вот поясничную основу. Дело в том, что на грудном отделе мы будем применять давление сверху вниз в тело человека, да? Здесь кифоз у нас находится. А там, где лордоз, шейный и поясничный отдел, озвучил неправильно, показал правильно, шейный и поясничный отдел, да? Кифоз лордоз, знаете, что такое? Ну, я вам нарисую еще. Это естественные изгибы человека. То есть здесь он прогибается туда внутрь и здесь туда внутрь, относительно рисунка, да? А здесь у него как бы сутулость гор, он вверх, вот так вот, кифоз. Так вот, на этих отделах, где лордоз, мы будем скручивание производить. Поэтому мы шею тоже, когда растягивали, да, вот эти мышцы трапециевидные вместе с черепом, мы ее немножко так раскручивали в бок, так поворачивали. Ну, это даже автоматически получается, но получается правильно. Вспоминаете, да? Как бы это так назвать? Это напишем единичка. Это вот второй прием. Третий прием, когда мы большими захватами вот так вот все тело человека захватывали за вот эти все мышцы, да, вот так вот наш локоть с кулаком располагался, и вели его по диагонали к вот этой вот точке. По сути, кулак вели. Вот тут мощный упор. А второй рукой отсюда, да, вот поджимали, вот так у нас был кулак, так получается, друг против друга, да, вели в другую сторону, упираясь в уголок лопатки. Вот примерно вот сюда. Лопатки, видите, да, вот эти зеленые показаны, а это вот ось лопатки, вот так вот идет. А вот это пошли уже плечевидные мышцы. Ну, в смысле, мышцы плеча. И то же самое делали зеркально
В эту сторону уперлись вот так вот, да? И в противоположную сторону уперлись. То есть растягивали. Вот видите, неправильно рисовал. Отсюда мы идем в противоположную сторону, по диагонали. Тут должна быть диагональ. Не в ту нарисовал лопатку. Вот, это получается третий прием. То есть по диагонали растягивали вот так. Ну, естественно, потом симметрично вот так, в другую сторону, да? Это как бы мы, ну, продолжая нашу аналогию с ракетным комплексом, да, поставили рельсы, поставили сюда вот в шахты ракеты, а теперь нам надо все это загримировать, чтобы никто это не видел, да? То есть мы сдвинули тектонические пласты, потом землю вспахали, то есть взяли большими мазками мышцы, ягодичные, даже не то, что мышцы, а прямо таз, тазовые кости, прям приподнимаем всем телом, да, там за ребра, за бока, все выше, выше, нарисую как бы вот так вот, раз приподняли, два приподняли на себя, три приподняли. Ну, естественно, все симметрично, да, это я просто так вот с одной стороны, чтобы были разные приемы видны, тут я нарисую другой прием. То есть это у нас 4, да? Приподняли, и дальше рисуем борозду для пашни. Захватывая вот эти вот мышцы шейные, то есть продолжаем. Стоя здесь, у нас уже поза изменилась, мы уже смотрим от крестца человека в его сторону, да, вот эти все приемы уже делаем. Захватили его здесь, приподняли, то есть еще раз помассировали шею шестеренками, да, приподнимаем трапециевидную мышцу и широкими полосами делаем пашню вот так вот обратно. То есть вот так вот мы прям соскребали это все. Раз прошлись, два прошлись сбоку уже, да, если тут мы шли вдоль позвоночника, потом сбоку, и три, третий раз прошлись, уже совсем сбоку, вот тут, вот с этой стороны, с боков вообще, с боков прошлись. Вот, сделали пашню, да, потом утрамбовали кулаками, прямо ударяя вот сюда. То есть пашня это у нас будет 5. Шестое. Это мы кулаками утрамбовали трапециевидную мышцу и прошлись вдоль позвоночника. Вот такими звездами нарисую, да? Прямо рядом с позвоночником, да? Пробили ему вот эти косточки. Дело в том, что перед мануальной терапией вот эти все методы постукивания, они очень хороши. Они хорошо растесают вот эти вот функциональные блоки, уже максимально подготавливая тело к этим манипуляциям, когда они будут нам гораздо легче делаться. И человек это почувствует, и на нем это благотворно скажется. То есть вот эти вот звездочки, здесь тоже звезда, да? Это вот у нас получается 6. Шестой прием. Потом все возможные методы, там, пальчиковый дождик, постукивание, похлопывание, это вот все пошел дождь на эту пашню, да, он ее удобрил. Рисую большими кругами, вот такими, такие вот там шлепки дождевые, да, вот, это уже прием 7 получается. И такие, знаете, трава заколосилась, вот мы ее как бы чувствуем, она вот между пальцами, такие легкая вибрация, дребезжание такое, да, вот мы все эти приемы сверху вниз делаем. Нарисовано, кстати, наоборот, вверх ногами, да? Ну, вы же понимаете, да? Мы делаем это все снизу вверх. Сверху от головы туда вниз. То есть, вот все вот эти вот легкие вибрации, захватывая голову, руку захватывая. Просто человек отдыхает. Если мы, в принципе, заканчиваем массаж, да? То мы вот на этом можем закончить и спокойно отправить его. За кошельком. За кошельком, да. Да, про денежную сторону не стоит забывать.
Так, этот прием 8, видите, аж 8 приемов получилось. Весь этот комплекс, весь этот сет мы назовем пашня. Ну, то есть мы как бы всю дорогу к нашим резервам стратегическим, да, где С-500 стоят, закрыли от постороннего взгляда. Пашня и... Поле травы, как называется? Степь? Лук. Лук. Газон. Газон, пашня. Пашня, ну, когда много травы, как когда колосится вот так прям. Лук. Лук, да. Пашня и лук. Все, этот сет тоже давайте зафиксируем, секреты наши. И перейдем уже непосредственно к нажатию, дроблению костей, расставлению позвонков и устранению грыж.